Ребятушки, всем привет. Третья глава игрушка Dead Space. Продолжаем. У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга. Это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Иначе будет жопа, я согласен. Да, помню я хорошо, ребят, эту главу. Блин, да что ж ты, Лёня, можешь ящик посла... Понятно. Надо было просто нажать клавишу «Использовать». Не все ящики ломаются ногой. Так же, как не все йогурты одинаково полезны, да? Так, ребят, ну что у нас в целом? В целом у нас уже две главы позади. Интересные плакаты. «I love my pen». Угу. Ясно. Так, что у нас по нашему имуществу в рюкзаке? Ну, патронов пока хватает, две аптечки, норм, узлов нет, к сожалению, денежек сильно тоже немного, так что будем добывать. Так что будем добывать, зато мы прокачали нашу замедлялку. Блин, я всегда забываю, как ее зовут, честно. Но, тем не менее, нашу супер замедлялку, которая замедляет врагов, двери и так далее. Вспомню, потом скажу. Ну, сами понимаете, вот справа от здоровья, от шкалы здоровья, да, на спине вот эта вот херня, полукруг. Так, батюшки мои. Как и первые две главы, мы играем на харде, не забываем. Так что очень-очень внимательно, очень-очень аккуратно и осторожно себя ведем. Так, это что такое? А, аудиосообщение. Личный дневник, исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо. И двигатель стал работать с перебоями. Дендерс и я попробуем добраться до топливного отсека. Посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. То есть это у них началось не вчера, не позавчера, да, а еще задолго. Еще очень задолго до нашего прибытия. Опачки. Что за херня? Что-то я сейчас, честно говоря, не понял. Что произошло и почему музычка так себя повела. Так, ну здесь я ничего не вижу, кроме вот этого трупака, который мне тоже особо ничего ни о чем не говорит. Ну что ж, потихоньку тогда пойдем, да? Как говорится, по кругу. Так, подайте топливо в двигатель, подайте топливо в двигатель. И активируйте центрифугу. Ну, короче, пойдем по порядку. Давайте сначала сюда. А там, правда, что? Потихоньку пойдем по порядку. Так, а мы вниз едем. Так, надо быть готовым на всякий случай. Так, ну пока тишина, пока никого. Что за предупреждение? The gravity, да-да-да-да, что-то про гравитацию, ну ладно. Что-то какой-то баллон я взял, баллон с чем?
воздушный баллон, небольшой газовый баллон, пополняющий запасы воздуха. Походу мы опять в открытый космос будем выходить. Что-то у меня такое подозрение. Говорит Темпл. Теперь отключилась центрифуга. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Ну так же, как мне и мой напарник тот сказал, что если мы ее не починим, то жопа нам. Гравитация нас захавает просто-напросто. Так, а мы пока тем временем потихоньку собираем патрончики, которые нам, я думаю, очень пригодятся. Так. Да ладно. В смысле, рюкзак полон. Блять, ребятки, у меня только... Раз, два, три. Блять, писец какой-то. Вообще жопа полная. А магазин далеко вообще? Если вернуться. Блять, магазин далеко. Я не хочу оставлять. Верстачок, верстачок. Да, что-то я как-то не подумал, что у меня так мало единиц в рюкзаке. Ну ладно, я, короче, если что, еще вернусь. Если что, еще вернусь. Так, а это зал обеззараживания. Включить систему. Ну, допустим. Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Ждем-с. Леха-муха. А нахрена, извиняюсь, меня обеззараживать? Тварь, блин, посмотрите, сколько. Хотя не, всего двое. Всего двое. Завершено. Конечно, спасибо, завершено, твою мать. Я их всех вынес, блин. Кого тут еще обеззараживать? Обеззараживание завершено. Блин, вообще по приколу. Зато теперь у меня есть две свободные ячейки в инвентаре. Вообще от души я могу вот эту штучку взять, где она. Отлично. Просто отлично. Так, честно говоря, я так и не понял, на кой хер мне был нужен этот процесс обеззараживания. А, ну это, скорее всего, чтобы вот туда дальше пройти, да? Лады. Лады, лады, лады. Так, тут что у нас? Топливо для огнемета. Блин, хорошо, конечно, огнеметик заиметь. Только где на него деньги взять? Потихоньку идем в эту сторону. Короче, походу по кругу, да? Угу. Сначала сюда, сначала в эту сторону.
Так, а тут что у нас? Угу. Силовой узел. Бляха-муха, вы посмотрите, как проход эти твари заделали. Это какой-то как живой организм прям. Привет, игрушки Doom 3. С далекого 2004 года, да. Так, хорошо, конечно. Очень хорошо, что мы этот силовой узел нашли. Вот это красота, вы полюбуйтесь. Такое ощущение, как будто тут какой-то червяк прополз. Походу так и есть. Тут кем-то пообедали, одни руки и ноги остались. Твою мать, а да что ж такое, у меня инвентарь полный. Не, ребят, это херня, это не дело. Опять же, сюда придется то вернуться. Блин. Мне это не нравится. Ну что ж такое-то, а? Мне просто срочно как нужен этот самый магазин. А тут его вообще нет. Нет, ребят, все-таки знаете, что я вам хочу сказать? Я, наверное, все-таки вернусь сейчас. Я, наверное, все-таки вернусь на лифт. И освобожу место. Или, возможно, ну, даже докуплю место. Так, скажем, а то... Блин, ну это нездоровая фигня. Это откровенно нездоровая фигня, то что, блин, у меня такой маленький инвентарь. Что-то я как-то... Что-то я как-то тупанул. Так, и снова здравствуйте, да, называется. Магазин. Так, плазменная энергия. Топливо для огнемета продаем, пока... Пока оно нам ни к чему. Воздушный баллон. Вот. Опять же, видите, блин, продавать его или нет? Так, это у меня что, 100 патронов, да? 2,5. Блин, что, продать один магазин? Ну давайте, ладно. Хоть, конечно, патроны, как правило, нельзя продавать, но все-таки. Так, и у меня в целом 1, 2, 3, 4 ячейки. 4 ячейки. А верстак далеко вообще, а? Ну, скажем так, не очень далеко. А ну-ка, мастерская. А, ну вон он, верстачок. Давайте спустимся сюда. Хоть мы тут и не были, но ничего. Боже мой. Так, этот дебилоид. Жив, конечно.
конечно же, жив, естественно. Идиота кусок, разлегся. Думал, я его не спалю. Так, я не знаю, что тут происходит. Кто-то говорит, что на корабль напали. Кому тут на нас нападать? Сначала умирает капитан, а теперь и нападение. Карма говорит, что капитан накокнул кто-то из офицеров мостика. Я не верю в эту чушь. Тут разразился чертов хаос. Я не могу связаться с мостиком, связаться вообще с кем-либо. Все куда-то бегут, пытаются убраться отсюда к чертям. Думаю, стоит сбежать вместе с ними. Ну да, в этом есть логическая цепочка. Так, ладно, но я все-таки пришел сюда. Так, кинезис модуль X. X это что такое? Так, увеличение объема кислорода. Нет, это херня. Как мне рюкзак увеличить? А походу, ребят, никак. Пока что. Походу, что реально никак. Да. Раз, два, три узла. Пять узлов. Три узла до третьего уровня урона. Пять узлов до четвертого. Шесть, семь, восемь до пятого. Итого восемь узлов еще, блин. Да. Ладно, ребят, с рюкзаком ничего не поделаешь. Придется оставить как есть. Придется действительно оставить как есть. Так, возвращаемся. Все-таки сначала то крыло обработаем, потом сюда вернемся. И, наверное, сделаем вот так. Так, ну что, погнали. Отлично, на месте. Блин, у меня замедлялка почти кончилась. Это плохо. И где зарядить ее, я тоже, честно говоря, пока не знаю. Эти две вещи я хотел взять. Раз. И два. Итого у меня еще две ячейки свободны. Хорошо. Так, ну и что тут у нас? Еще один баллон с воздухом. Все-таки они мне здесь, видимо, понадобятся. Все-таки действительно понадобятся. Так, пониженная гравитация. Зона невесомости. Не
Зона невесом. Ох, мать твою. Да, корабль сжирает какой-то живой организм. Реально какой-то живой организм. Мать его за ногу. Так, ладно, пока сюда спускаться не буду. Ух ты, где? Падла такая, о том, что нужно стрелять по конечностям. Так, газовый баллон, это так, на всякий случай. Так, ну-ка посмотрим, что тут. Тут особо ничего нету. По крайней мере, я не вижу и не наблюдаю. Ух ты! Есть! Смотрите, что нашел. Зарядка стазиса. Все. Да, я ее называю замедлялка, но на самом деле... Она называется стазис. Забыл просто, ну ничего. Так, собственно говоря, что мне здесь надо сделать? Сейчас подумаем. Так, тут есть какая-то панель управления. Для запуска центрифуги необходимо подсоединить силовые зажимы. Ух ты, мать твою. Так, ну, собственно говоря, попробуем. А чем мы попробуем? А, ну это мы, короче, с этой стороны, да? Так, подсоединить зажимы. Подсоединить зажимы. Это, короче. Ага, это, короче, вот эти. Так, подождите. Что такое? Используйте статистику. Надо замедлить его. Все понятно. Ах ты ж мать твою. Достал скотина. Давай. Опять не успел. Энергоблок подключен. Теперь успел. Так, ну это был номер раз. Где там зарядка, блин, этого стазиса? Второй энергоблок. Энергоблок подключен. Центрифуга активирована. И второй. Так, не вижу. Жмурика где-то 100% есть. Только где, что-то не врублюсь. Спалил, красавчик.
Так, ладно. Это мы сделали. Теперь активируем панель. Ребятки, теперь что, текать отсюда надо? У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Теперь это уходи. Ох ты, вот это пипец, вот это я тупанул. Да, ребятки. Так, подождите, а как мне выйти? А мне надо выйти на тот выход, да? Центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. Так, вот эта херня поползла, а я побежал. Ну ёлки-палки. Так, нет, ребят, тут, короче, какой-то прикол. Центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. Так, надо подумать, короче. Ну, я по-любому спускаюсь. Так, это херня. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Блин, а как же мне уйти отсюда-то? Ладно. Нет, здесь без вариков, ребят. Я не успею даже. Я даже физически не успею. Здесь я не пройду. То есть мне по-любому через низ, короче. Ребят, здесь какой-то прикол, 100%. Ну вот, она уже идет сюда, и мне жопа. Бум. Так, а что ж делать, а? Центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. Может быть, с этой стороны, да, наверное, в эту сторону придется бежать. Вот здесь можно заныкаться. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Все-таки все правильно, ребят. В эту сторону бежать надо. Давай, мать твою, шевелись, дятел. Так, вот я как раз кислорода набрал. Хорошо. Дальше. За малым. В натуре за малым. Быстрее давай, шевели булками своими, блядь. Так, нет, подождите, надо осмотреться. Все, добежали до лифта, отлично. Так, 23 секунды. Угу. 14 секунд. Открывайся, сучка.
Давай. Зона нормального давления. Фух, ребят, я не знаю как, но я успел. Отлично. Червяк, я не ошибся, и я его вынес, слава богу. Очень слава богу. Так, нет, нам не сюда. А вот сюда. Так, опять обеззараживание сейчас будет, что ли? Так, там жмурик побежал. Надо повнимательней. Пошел ты. У меня что? Последняя ячейка. Окей, 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 окей. Блин, надо научиться в рюкзак переносить. Фигня это. Так, возвращаемся наверх. Значит так, сразу что мы продаем? Воздушный баллон ушел, вот эта херня ушла.
одну среднюю аптечку. Так, и, наверное, плазменную энергию одну. Или две. Или одну. Нет, одну. Я перемещу пока в сейф. Сделаем так. Один силовой узел возьмем. И пока на этом все. Да. Пока все. Так, ну чё, сейвимся и идем дальше. Так, а продолжали мы вот здесь, да? Так, ну давайте сразу потихоньку. Батюшки мои. А, ну это просто скафандры, да, висят? Ну я так понимаю, что да. Какого черта тут происходит? Это же Хендерсон! Он спятил! Вырывает! Он вырывает себе зубы! Так, топливо для огнемета. Боже, он умер! Спокойно. Он жив. Но сильно приложился от двери. Господи, зачем он это сделал? Я не понимаю. Так, здесь все, идем дальше. Так, и что у нас здесь? Пополз, 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 красавчик. Пополз, красавчик. Так, а здесь что? Дивизию где-то ползает, где-то зараза ползает. Не так быстро, блин, у меня этот стазис закончился. Это, конечно, плохо. Очень плохо. Сука, где его сейчас зарядить можно? Да нигде. Походу, что реально нигде. Так, это я что-то взял, а что я взял? Хер знает, что я взял. Так, еще 6 патрончиков для резака, хорошо. Так, а тут чё потянуть вниз? Активирован режим дозаправки. Так, я, короче, что-то включил.
Блин, тут вот эти вот твари ползают. Заразы такие. Будем экономить, ребят, стазис, потому что его просто катастрофически мало. Так, что дальше? Так, вот это дерьмо, оно оживляет трупы, по-моему, да? Да. Ну и как раз такие трупы превращает вот в таких вот красавчиков. Просто красавчиков. Ты гля, и дальше пошла, зараза. Это что ли дверь долбит? И это зараза такая. Шок. Так, здесь никого. Вот так. Тихо. Что ж вы все такие живучие, а? Блин, нереально живучие. Так, а я что, тут был, что ли? А, вот это я как сюда пришел. Вот отсюда. Тьфу, блядь, я-то думал. Это значит, я пришел вот так, да? Короче говоря, здесь мне, походу, больше делать нечего. Или есть что делать? Да не, ребятки, есть. Походу, есть что делать. Так, ну чё, поехали. Да блин, уйди ты уже. Блин, надо, может быть, надо было сохраниться. Ну ладно, ничего страшного. Там сейчас, может быть, сейф будет. Будь здоров. Как говорится, не кашляй. Ох ты! Твою мать! Нельзя было сюда без стазиса идти. Да ёлки-палки, попади ты мне! Ребятки, я выжил. Я не знаю как, но я выжил.
Офигеть, еще и на харде. Блин, ну естественно, газовый баллон я увидел в последнюю очередь. Это естественно. Да. Надо было его увидеть чуточку пораньше. Совсем. Самую малость. Аптечка еще есть. Так, это с этой стороны, да, это с этой стороны. То есть, в принципе, разницы особой нет, как сюда заходить. Угу. Так, силовой узел, хорошо, уже три у меня. Не стоило оставлять его в живых, не стоило! Отключай, Денверс, отключай! Инженерный журнал, говорит Темпл. Кто-то отрубил топливопроводы главного двигателя, а заодно испортил клапаны. Их надо починить, прежде чем снова открывать, но у нас очень мало времени. При отключенных двигателях орбита начнет сужаться меньше, чем через 10 часов. Не пойму, кто это натворил. Если один из чокнутых юнитологов, клянусь, я сверну ублюдку шею. Хендерсон сказал, они рядом. Нельзя было оставлять его в живых. Заткнись, Тендерс, и тащи инструменты. Темпл, конец связи. Вот и поговорили, как говорится. Так, тут можно сосейвиться, хорошо. Это что у нас? Труборез, схема получена. Так, прежде чем активировать магнит, давайте все-таки сейчас все здесь осмотрим. Ребята прям на сталкеров похожи. Ух ты, ребятки, вы посмотрите, что я взял. У меня полный стазис, отлично. Просто великолепно. Теперь самое время сохраниться. Так. Что-то я не врублюсь. Блять, не тянется она вниз. Что-то она вообще вниз не тянется. Ребят, почему-то игра не реагирует. Может быть, я что-то не сделал? Подайте топливо в двигатель. Ну? Ну и чё? Ну и чё это вы её? Слава тебе, Господи. Активирован режим дозаправки. Да, топлива немножко тупанул. Достаточно для запуска главного двигателя. Сработало, Айзек. По датчикам у нас только четверть запаса топлива, но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за... Ложная тревога. Показалось что-то. Так, двигатель запущен. Хорошо. Thank you.
Так, ну что, потихонечку идем назад. Ну вот, хочу сказать, кстати, что на вот это дерьмо можно было и не тратить стазис. Что, где? Тихо. Айзек, ты меня слышишь? Это Кендра. Они напали на нас. Мне удалось сбежать, а Хэммонд... Он просто исчез. Кендра? Ты где? Рада слышать, что ты жив, Хэммонд. Я закрылась в серверной главного компьютера. Слышу, как они шастают снаружи. Думаю, они не знают обо мне. Могу подключиться отсюда к любой системе. Я взломала защиту и нашла несколько отчетов колонии. До того, как они начали разработку планеты, среди колонистов стали отмечать случаи сумасшествия. Это как-то связано с артефактом, который нашли на планете. Они называют его обелиск, но информации по нему мало. Я определила, где ты. Подожди, я открою дверь в топливный отсек. Оттуда ты сможешь пробраться к двигателям. Ну, окей. Оттуда я смогу пробраться к двигателям. Ну, уже лучше. Уже неплохо. Так, возвращаемся. Да что ж это такое-то, а? Еще красавцы там нарисовались. Так, а куда он побежал? Где он? Где-то же здесь, по-моему, был. Ладно, неважно. Так, это вот эта херня, да, у нас открылась? Я, наверное, патрончики заберу. Остальные. А вот эти две схемы. Схема труборез и схема топливоогнемета. Так, все это я отдал. Патроны забираем. Это продаем. Импульсной винтовки у меня нет. Знаете, что я подумал, ребят? Вот у меня есть энергетическая пила для резки горной породы. Есть труборез. А вот еще широкоугольный резак с синхронизированными зарядами. Или у меня плазменного резака? Нет, мне надо плазменного хватит, ребят, по любасику. Скорострельная штурмовая винтовка. Так, ладно, давайте еще один силовой узел купим. Все-таки, если уже прокачивать, то прокачивать одну пушку. Вот эту. Сейчас мы ее и проапгрейдим. Немножечко, так сказать, слегонца.
Так, костюм. Хочу сказать, что насчет костюма пока все хорошо. Так, раз, два, три и четыре, да, у нас будет. Блин, еще бы один узелочек и сразу урон. Еще на одну единицу. Ну ладно, пока так. Пока немножко как-то так. Возвращаемся. Dead Space. Dead Spets. Фаргус бы так перевел эту игру. Дед, который спец в своем деле. Ну чё, вперед. Ух ты. Чё это за значок? Внимание. А, бескислородная зона. Зона. Я так и понял. Зона. Опачки. Невесомости. Охереть, тут еще и зона невесомости, блин. Так. Сюда можно. Это дерьмо, блин. Я тебе хвостик отрублю, родной, ты не против? Так, кислорода катастрофически мало. Надо определяться, что я хочу тут. Охереть просто. Так, что это? Зона гравитации. Давай. Зона нормального давления. Так, знаете, в чем прикол, ребята? Я, честно говоря, так и не понял, что мне там надо сделать. Инициируйте ручной запуск двигателей. Короче, давайте вторая попытка. По компасу будем ориентироваться, ребят. Я чуть не задохнулся сейчас. Так, ну, погнали. Зона невесомости. Первым делом сюда. Так. Где нахер, дебил? Так, а какого хера он не это самое? Не замедлился первый раз. Боже мой, что тут происходит?
Офигеть, меня аж уши заложило от такого шума. Бляха-муха. Хоть шашлычную вечеринку тут устраиваем. Правда, я сильно сомневаюсь, что из этих тонн, я бы так сказал, мяса получится хороший шашлык. Очень сомневаюсь. Так, давайте осмотримся здесь для начала. Как он плюхает противно по вот этой мерзкой слизи. Отвратительное такое. Ух ты, склад какой-то, да? Что, вкусняшек много будет? Так, топливо для огнемета. Блин, когда мне инвентарь увеличат, твою мать? В магазине я этого не увидел, на верстаке тоже. К черту двигатель. Один я все равно его не запущу. А судя по тому дерьму, что творится здесь, это комплексный саботаж. Я иду на мостик, а затем попробую найти Элизабет. Нужно вытащить ее с корабля. Тут слишком опасно. Как же ты ее вытащишь, блядь? Мне интересно. Какая гадость. И она ускоряться не дает, ребят, заметьте. Так, у меня уже магазин на 12 патронов, да? Хорошо. Так, еще один силовый узел. Теперь я могу пушку прокачать. Еще лучше. Так, что за текстовое сообщение? Рост органической субстанции на машинной палубе. Та дрянь, которую обнаружили в стенках других отсеков, добралась и до инженерного. Не знаю, что это такое, но выглядит, как будто кто-то повсюду размазал свои кишки. И оно растет быстрее, чем мы успеваем его соскоблить. Что само по себе довольно противное занятие. Это уже... добралось до двигательного отсека. Если мы не найдем способа справиться с этой напастью, главный зал, боюсь, потеряем уже к завтрашнему утру. Надеюсь, исследовательский отдел что-то придумает, потому как я понятия не имею, как с этим бороться. Понятно. Так, ну вроде все отсюда забрали. Единственное, места у меня практически нет. Может быть вернуться? А как я вернусь, блядь? Пока что никак. В том-то и дело, что пока никак. Так, тут больше ничего нет, кроме аптечки. Мне походу туда. Охереть, что это за звуки? Блядь! Пошли мне. Дерьмо. Вся дрянь, блин, шевелится. Блин, эти чуваки реально на сталкеров похожи. Что-то я не вижу, кто там. Лезвие труболеза. Вот тебе и пожалуйста. Я их сейчас уже пока не могу положить в инвентарь.
Жаль, очень жаль. Так, это грузовой лифт еще на этаж ниже. Так, первая дверь нам доступна. Что здесь? Еще одно складское помещение. Бляха-муха, да что ж такое-то, а? В некоторых ящиках враги попадаются, я понял. Так, у меня овер до хрена всего. Ух ты, это что такое? Офигеть, что я его сразу не заметил. Вот такой же жмурик, да? Так, силовой замок включен. Взломать. Так, один силовой узел. Взломай. И один у меня в запасе, по-моему, да, остался? А, хер там. Ну, ладно. Ох, нихера себе, сколько тут всего. Слушайте, короче, дохерища тут всего. Я обязательно еще сюда вернусь за всеми вот этими предметами. Я так чувствую. Так, честно сказать, я не знаю, вот эта тварь живая или нет. Нет. Нехорошо. Давайте, давайте, ребятки, сюда, 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 сюда. Так, кто-то еще остался тут? Вроде нет. Так, тут можно засейвиться. Блин, а магазина нигде нету, интересно. Ну-ка. Магазина вообще нигде нет. Знаете, где есть, ребят? Вот здесь. Но здесь закрыто. К сожалению. Ух ты! Да, вы все побежали, блин. Да ля, зараза, они меня боятся уже. Все попрятались. Так, вроде иду.
Иди ты сюда, идиотина. Они, короче, тупят, ребят. Когда я ухожу за ворота, они меня типа не видят. Бляха-муха, вы посмотрите. Так, все, я надеюсь. Че по патронам там? Блять, патронов мало. Патрончиков маловато. Так, все эти идиоты отдыхают. Так, силовой узел еще один. Так, как раз мне для резака, чтобы еще на одну единицу урона поднять. Так, еще одна вкусняшка. Хорошо. О, кстати, там ящички он еще. Что-то я пропустил. Так, все, да? Ну, вроде да. Так, давайте сохраним. Ага, стоянба. Вот еще что-то. А, ну блин, у меня уже места нет, понятно. Ни для батареи, ни для чего. Срочняк магазин нужен, просто срочняк. А дверь, падла, закрыта там. Так, ну чё, активируем панель. Ага, подождите. Опять-таки подождите. Еще 6 патрончиков. Так, ну теперь уж точно все. Теперь уж точно. Все, активируем. Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Ждем-с. Ах ты, мать твою. Давай. Совсем чуть-чуть. А, сука. Так, надо, короче, встать в одной стороне. И оттуда их херачить, да? Допустим, здесь. Я не понял, я что, не активировал это дерьмо, что ли? Слава богу. Активирован.
Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Пожалуйста, ждем. Так, раз. Зарядка. Да тварь ты конченая. Ребятушки, а патрончиков-то нету у меня уже. Жопа мне будет сейчас. Жопа мне будет. Придется выбросить. Так, по аптечкам чё? Похер. Еще одну. Блин, 6 патронов осталось. Все, я не знаю, что делать. Я реально не знаю, что делать. Покупать только. Вот это все дерьмо продавать, потом и потом приходить и покупать. Так, стазиса я все использовал, да? Нет, один еще в запасе. Ладно, эту херню пока возьму. Давайте подтвердим. Запуск двигателей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоит пока свалить отсюда. Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на геостационар. Погоди, рано еще расслабляться. При смене орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери! Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Так, ну давайте, ребятки, давайте. Так, мне сейчас надо засейвиться, а потом пойти освободить инвентарь. И кое-куда вернуться. Так, раз, два. Что у нас дальше? Где-то вот здесь должен быть магазин. Айзек, Айзек, где ты? Это я, Николь. Вот те раз. Сообщение от Николь пришло. Ну это ловушка, 100%. 100% это ловушка. Так, я вернулся. Я вернулся, но я... Да ладно тебе. Мы грозные, а? Прям кошмар.
Так, это продаем. Малый воздушный баллон продаем. Стазисная батарея перемещаем. Импульсные снаряды, ребят. Вот есть импульсная винтовка такая. Есть лазерная винтовка. Может быть, все-таки импульсную винтовку купить мне? Одну. Или все-таки огнемет? Лезвие трубореза. Так, а мне нужны заряды для плазменного резака по-любому. Так, какие патроны более или менее недорогие, а? Вот труборез есть. Так, это стазисная батарея, это силовой узел, который мне пока не нужен. Так, сейчас подумаем, подождите. Так, ну, мне нужны патроны. Все-таки я, наверное, пока вот так сделаю, ребят. 10 000 я, наверное, сохраню. Импульсная винтовка, скорострельно-штурмовая винтовка военного образца. Блин, купить что ли, а? Ладно, не буду пока покупать. Для начала, ребятки, для начала я вернусь за вкусняшками. Единственное, я в рюкзак положу патроны, мне, наверное, столько. Мне, наверное, столько навряд ли пригодится. По крайней мере, уже сейчас. Так, возвращаемся. И забираем все, что мы там оставили. А оставили мы там овер до хрена всего. Просто овер до хрена. Так, сюдым. И сюдым. Надеюсь, много жмуриков не будет. Хотя жмуриков много не бывает. Жмуриков много не бывает, это точно. Так, здесь раз. Зарядим. Здесь два. Да, кучу всего подобрали, хорошо. Так, и на верхнем этаже, по-моему, что-то было. Было, я помню. Собственно говоря, по-моему, все. По-моему, все-таки... Да, по-моему, все-таки все. Так, здесь я не пройду.
Так, ну все. Теперь можно валить. Так, сюда наверх. Сюда. Да, вот эту станцию, конечно, мы очень хорошо уже выучили. Так, возвращаемся на мостик. Так, а что мне тут надо? Так, схему одну выгрузить, да? И всю вот эту херню тоже повыгружать пока. Так, аптечку оставлю. Это пока все пооставляю. Хорошо. Идем прокачивать наш этот самый. Наш резачок. Как он? Плазменный резак, по-моему, да? О, да, детка. Блин, а мне еще 3 узла надо. Бляха-муха. 1, 2, 3. Чтоб до максимума его прокачать. Слушайте, а ну, если я сейчас там попродаю всю эту херню, сколько мне... Сколько у меня денег будет? На 1 узел у меня есть, если я еще на 20-ку продам, так и сейчас уже и по максимуму его прокачаю. Это будет вообще супер. Блять, вообще дешевый огнемет, а? А тут все дешевое, на меня роли не сыграет абсолютно. Так что пока тупо силовой узел один берем и все. И все на этом. Ну ладно, ребятки, что у нас по заданию? Так, вернуться на мостик. Коротко и ясно. Угу, правильно идем. Ну что ж, поехали дальше. Здесь все.